Полиция и Следственный комитет выясняют обстоятельства загадочной гибели мужчины в Приморском районе. Его тело обнаружили под окнами многоэтажки на улице Уточкина. Правоохранители установили, что несколько дней мужчина выпивал в компании владельца одной из квартир, у которого своя версия случившегося. Хозяин жилья утверждает, что 26 августа познакомился с Денисом на улице, пригласил в гости. До 1 сентября все было мирно, а накануне он проснулся и увидел приятеля на балконе с ножом. Якобы тот наносил себе увечья, потом бросил нож и залез на ограждение. Хозяин квартиры говорит, что пытался его оттащить, но не удержал. Свидетелей происшествия оказалось немало. Дома напротив, Уточкина 2, видели, как этот мужчина, который выпал из окна, или его скинули, это предположения разные, что он вытащил руки из окна и резал себя. Ему кричали и с улицы, и жители дома напротив: не делай этого, не делай. Вот сверху с 11 этажа, прямо вот сюда на ступеньке. И его откинуло потом туда уже от ступенек. Жуткое зрелище. И жалко парня, 29 лет. Сейчас следователи проверяют версию хозяина квартиры. Известно, что ранее мужчина был судим за кражи, угрозу убийством, хранение наркотиков и незаконную регистрацию мигрантов.